Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы находимся на производстве взломостойких дверей и сейфов компании Monolith. И сегодня у нас на обзоре дверь 5 класса взломостойкости и 2 класса пулестойкости. На нашем сайте данная модель обозначена как модель Мускул. Это является топовой моделью, топовой по всем параметрам, как по замкам. Здесь установлены 3 невскрываемые отмычками замка, как по отдельности, так и кроме этого эти замки объединены в общую систему взаимодействия. Как по конструкции, это конструкция 5 класса взломостойкости, то есть защита от профессиональных воров, то есть которые могут использовать уже такие мощные инструменты, как электроболгарка, уже могут использовать такие мощные инструменты, как мощный электродриль, зубила, кувалды, ломы, то есть уже они не ограничены в наборе инструмента. И кроме этого, данная конструкция двери имеет высочайший уровень звукоизоляции, герметизации. Но, естественно, она не обделена современным внешним видом и удобством пользования. Компания Monolith за 10 лет своего существования заработала высокий уровень доверия клиентов, очень высокую репутацию, благодаря тому, что мы изготавливали только двери, которые отвечали 4 классу взломостойкости и выше, при этом включали в себя топовые замковые группы, состоящие из наиболее надежных замков, которые обеспечивали максимально возможную защиту от отмычек, от чистого вскрытия. А надежные взломостойкие конструкции защищали эти замки от силового воздействия. Благодаря этому мы пришли уже к определенным замковым группам, которые являются топовыми во всех отношениях. Monolith Мускул и Мускул уже включены топовые замковые комплектации. В Мускул ее можно охарактеризовать очень просто, данную замковую комплектацию. Она состоит из самых лучших замков, в буквальном смысле этого слова. Цилиндровый механизм в замке Cheese Revolution Pro установлен EVO MCS. Это австрийский цилиндровый механизм, в котором секретность основана на магнитных элементах. И механизм цилиндра не имеет возможности механически взаимодействовать с элементами секретности. То есть, вставляя ключ, он выравнивает 8 магнитов, которые расположены в цилиндровом механизме. И таким образом на удалении 8 магнитов, 8 дисков магнитных выравниваются в нужном положении, в котором только в одном этом положении может пройти запорная планка цилиндра, и цилиндр будет открыт. При этом этот замок защищен 12 мм каленого металла, и на цилиндровый механизм установлена броненакладка фирменная Monolith. Это броненакладка, которая стала, скажем так, верхом эволюции броненакладок. То есть когда были броненакладки еще накладные, которые ставились на отделку, потом эти броненакладки начали там ставить на металл. Потом появились врезные броненакладки, броненакладки с юбкой. Но даже броненакладки с юбкой, они, как мы выяснили в ходе своих тестов и испытаний, они не являются максимально защитными и надежными и не могут обеспечить уровень защиты для таких топовых цилиндров, как EVO MCS. Поэтому мы специально для таких цилиндров, как EVO MCS и Abloy Protect 2, разработали и изготавливаем у себя на производстве броненакладки, которые не имеют уязвимых мест, таких как разрушение, раскалывание броненакладки, срыв броненакладки, сбивание. И оснащены шайбой, которая не имеет даже и близких аналогов, как по своей форме, так по твердости, так и по толщине. Допустим, для сравнения с любой самой топовой броненакладкой любого производителя, то как корпус будет тверже и на разбитие, на разрушение корпуса время будет отличаться 10-кратно, так и на время сверления и самой шайбы и броненакладки будет также отличаться в разы. Верхним замком послужила Cheese ALPS, в которую установлен дополнительный замок, также производство Cheese. Это Cheese пиновая накладка MAPE. То есть ее, это, можно сказать, замок перед замком. То есть на сувальдном замке установлен еще дополнительный замок, накладка. Мы получаем на одном ключе две нарезки секретности. То есть не пройдя вот этот замок предварительный, нет возможности попасть к ключу в основной замок. И при этом на это устройство также установлена наша фирменная броненакладка Monolith, выполнена по сравнению с итальянским аналогом в несколько раз мощнее,
по всем параметрам, как по твердости, так и по форме на раскалывание, по всем параметрам. И нижним замком послужил замок российского производства «Барьер Премьер». Это специальная версия, которую мы используем. Как мы можем заметить, ключевое отверстие смещено в сторону у данного замка. Это сделано для того, чтобы внутри замка оставалось как можно больше тела ригелей. То есть ригеля, как в этом и в этом замке, они, то есть выходя из замка, практически выходят полностью. При этом в данном замке половина ригелей остается в замке, даже при максимально выдвинутых ригелях. И то есть они работают не на излом, а на срезание. То есть это абсолютно разные нагрузки, необходимые для того, чтобы отжать такое полотно двери. При этом средний замок, то есть на котором установлен лучший в мире цилиндровый механизм, он перекрывает ключевое отверстие нижнего замка. И при этом идут дополнительные точки запирания вверх и вниз тяги. Вся остальная конструкция двери, то есть начнем с замковой зоны, цельная защита 12-мм металлом всей замковой зоны. Кроме этого, 12-мм металла по всему периметру двери, там, где имеет смысл применить болгарку, к примеру, срезать петли, там, добраться до антисрезов, то есть все это металл толщиной 12 мм. Кроме этого, как я уже сказал ранее, установлены 12-мм каленые пластины. При этом они установлены на весь корпус замка, они также нашего производства, которые также имеют твердость и форм-фактор, которого нет в свободной продаже, стоковых таких пластин достать невозможно. Здесь установлено 12 мм каленого металла, здесь установлено 12 мм каленого металла, а на нижнем установлено 15 мм каленого металла. Рама в данной модели двери выполнена таким образом, чтобы при закрытии, при закрытом полотне двери, не было возможности забить инструмент, даже самый мощный. Это уже может быть специальные лапы, которые могут использовать, ну уже как бы не говоря о ворах, то есть это могут использовать специальные подразделения. Это может быть гидравлический инструмент, которому нужно зайти, то есть между полотном и рамой, то есть ему чтобы нужно место, чтобы забиться. То вот этот цельнометаллический квадрат, который приварен специальным нашей мощнейшей сваркой на 500 ампер, приварен через каждые 5 сантиметров сквозь толщину рамы. Он не позволит забить самый мощный инструмент. Также мы можем видеть каленые защиты ригелей. То есть и они идут как в торцевой плоскости, так и они идут фронтально. То есть под вот эту толщину металла также заведены каленые пластины. Для чего это сделано? Для того, чтобы нельзя было, сделав отверстие, забить ригеля замков, несмотря на то, какие здесь установлены замки, защиты и прочее. И также, то есть то, что не имеет аналогов, это защита ригелей во фронтальной плоскости. То есть с этой стороны также установлено. Это благодаря нашей конструкции полотна и рамы мы можем устанавливать пластины также и в фронтальной плоскости. То есть в таком случае замки защищены, ригеля замков защищены 20 мм в сумме обычного металла и 6 мм каленого. Что касается крепления, то это 14 монтажных ушей, по 6 с каждой стороны, 2 вверху. Со стороны петель мы имеем густую сетку из антисрезов. Здесь мы получаем со стороны петель пассивные противосъемы антисрезы. То есть дверь закрываясь, вот эти пассивные элементы, они входят в раму. То есть дверь, когда закрывается, они входят в раму. Ихнее количество этих элементов, оно выполнено таким образом, чтобы, срезав петли, дверь не то, что нельзя было снять, а нужно было вырезать просто-напросто сверху донизу все полотно двери, чтобы ее можно было снять. Петли установлены специальные, уникальные нашего производства. Подшипник в петле рассчитан на тонну 150. При этом 16 диаметра идут направляющие. И все это приварено к толстейшему телу металла. То есть это 5-мм коробка и 12-мм полотно. Мы сейчас поговорили о непосредственно замковой зоне, раме, ригелях. То есть все те зоны, в которых, в принципе, можно относительно быстро воздействовав, получить доступ
допустим, к замкам, то есть позабивать ригеля, вырвать раму, то есть отогнуть полотно. То есть все эти моменты, они реализованы вот таким образом. Все остальное полотно имеет густую сетку ребер жесткости. То есть это два вертикальных ребра. Если даже разобрав листы, два листа металла, внешний и внутренний, мы получим два вертикальных ребра и 8 горизонтальных. То есть, что в свою очередь обеспечивает сетку, которая не позволяет, даже вырезав, то есть насквозь болгаркой нет возможности прорезать такое полотно, но даже вырезав, допустим, сегмент, допустим, такой сегмент, там 30 на 30, то оторвать наружный лист не удастся, так как он будет стянут ребром. То есть, вырезав между ребром сегмент и вынув его, то расстояние не позволит, туда засунув болгарку, вырезать внутренний сегмент. Все это даст необходимое время, для которое подразумевается на взлом двери пятым классом. А это уже болгар, как я сказал, мощные электродрели, лобзики, очень уже мощный инструмент, который используют только профессиональные воры, уже не просто какие-то проходящие мимо жулики. Теперь мы рассмотрим броненакладки с той точки зрения, почему, допустим, настолько утоплена броненакладка «Монолит». Для того, чтобы мы как бы рассмотрели самый классный цилиндр, самый лучший в мире, он самый дорогой, то есть по всем параметрам он самый-самый. Но зачем, допустим, резать замок здесь, перерезать дополнительные точки запирания тяги, то есть все это можно не делать, можно просто-напросто, если бы у нас торчала вот сюда броненакладка, мы бы просто срезали пятак броненакладки, то есть это значительно меньше толщина металла, чем вырезать половину двери. Отделив переднюю часть броненакладки, распотрошив цилиндр, мы бы просто-напросто открыли замок. То в таких случаях у нас броненакладка утоплена настолько, и более того, срезав болгаркой, то есть ее никак не получится, даже если сняв эту декоративную отделку, часть, которая будет броненакладки выпирать, она не будет выпирать настолько, чтобы срезав, то есть выпал вот этот элемент, шайба, цилиндр всегда будет защищен. По поводу вот этого элемента шайбы, это тот самый важный элемент, который защищает цилиндр. Единственная, то есть защита, прослойка защиты между тем, чтобы либо разрушить эту шайбу, расколоть, вынуть, как можно сделать на стоковых броненакладках, либо можно просто-напросто просверлив ее, разрушив, так же самое ее вынуть либо по частям, либо просто-напросто рассверлив настолько, получить доступ к цилиндру, уничтожить его и тем самым его вскрыть. То здесь твердость шайбы, она более 63 единиц. А это уже, ну, для понимания, уже грань самой твердости сверла. То есть уже сверло, которое могло бы просверлить все броненакладки стоковые, ну, в буквальном смысле, оно бы все просверлили, то на данной твердости и скользкости, здесь очень важный параметр еще в данной шайбе, это скользкость, то он просто-напросто едва оставит след. Именно вот этот элемент мы изготавливаем у себя, но при этом термообработку трехуровневую производит Национальная академия наук. Именно вот этих элементов. Именно с Национальной академии наук был подобран данный металл. То есть мы порядка 2 лет просто перебирали разные материалы, металлы, чтобы получить именно нужные нам свойства, а именно это максимальная твердость при достаточно хорошей вязкости, то есть чтобы этот металл не просто по нему ударил, он как стекло раскрошился. То есть у этого элемента еще остается очень высокая удельная вязкость. И при этом все остальные параметры, антикоррозийность, жаропрочность, то есть это все они на высоте. Фурнитура вся здесь выполнена в нашем фирменном стиле. Это черный матовый цвет, то есть вот это наша фирменная ручка. Все это фирменная наша накладка, которая позволяет сохранить минимально короткий размер ключа. То есть по замковой группе, то есть я хотел бы пройтись и немножко, почему 3 замка, почему, допустим, такие замки, цилиндры. Ну, в первую очередь я сказал, это самый максимум. То есть если, допустим, коснуться цилиндрового замка, то любой, как специалист, так и человек, который просто изучив открытую информацию, он поймет, что цилиндр EVMCS – это тот максимум. Броненакладка «Монолит» – это тот максимум. 12 мм каленого металла – это тот максимум. И редукторный замок с блокировкой от переламывания задавлен цилиндра, то есть каковым является CISA Revolution Pro. Это тот максимум, который может быть. Поэтому вот это максимум, который можно получить от цилиндрового замка.
При этом это удобство, то есть это бесшумный замок с редукторным ходом, который в принципе блокирует полотно двери как вверх, так и вниз, и при этом еще и перекрывает ключевое отверстие нижнего. Значит, верхний замок ЧИЗА ЛПС, это получается сувальдный замок, но который без вот этой накладки мапы, то есть является просто хорошим замком. Но как только на него становится пиновая броня мапы, тоже ЧИЗА, производство ЧИЗА, то этот замок сразу же становится самым максимумом по сувальдным замкам. Опять же, этот максимум признает любая аварийная служба, которая занимается вскрытием замков. Любой специалист по замкам признает, что по сувальдным замкам это самый максимум, который можно получить. Это АЛПС в дополнение с пиновой накладкой мапы. То есть это замок перед замком. То есть двойная нарезка идет ключа. И при этом все это защищено бронеколпаком нашего производства, который также имеет наш фирменный бортик, на который мы имеем патент, который не позволяет это разрушить, то есть получить доступ к данному замку разрушением. И 12-миллиметровые каленые пластины. То есть по этому замку это тоже самый максимум, что можно получить. Нижний замок, барьер премьер, это замок лучший, то есть на отжим, то есть как я уже отметил, получается. И предназначение данного замка – это страховочный замок, который можно, к примеру, ключ от которого, к примеру, можно дать, допустим, домработнице, человеку, который вас помогает по дому. Здесь не надо давать ключ от цилиндрового замка, который стоит $700, к примеру, то есть, допустим, этот цилиндр стоит, может, $600-$700. И на который нельзя изготовить дубликат. То есть, ну, это как бы плюс, огромный плюс, что, допустим, дав ключ, вы будете уверены в том, что никто не изготовит дубликат в ближайшем, скажем так, сервисе ключей, никто это не сделает. Ключ можно изготовить только на заводе в Австрии, только при наличии специальной карточки клиента и подождав пару недель. Поэтому, что касается нижнего замка, это замок для, скажем так, для няни, для людей, которые могут меняться в процессе, скажем так, вашей жизни. То есть, и при этом они не смогут даже этим замком воспользоваться, если вы этого не захотите, вы просто-напросто закрыв цилиндровый замок, перекройте ключевое отверстие сувального. То есть на данный замок дверь можно оставить на определенный промежуток времени, к примеру, на час, когда вы уходите, и следом за вами должен прийти, допустим, человек, который вам помогает по дому. Когда вы закрываете на эти два замка, то вы получаете максимальный потенциал от двери, даже не закрывая, допустим, этот нижний, не пользуясь им. То есть нижним замком можно пользоваться, уезжая на длительные промежутки времени, либо оставляя ключи, доверяя кому-либо из помощников по дому. Поэтому, как я сказал, эта модель является топовой по всем параметрам. С учетом того, что она изготавливается в производстве Monolith, компания, которая имеет опыт именно в производстве максимально защитных изделий, это двери, сейфы, защитная фурнитура, компания, которая получила высокую репутацию как среди специалистов, так и среди клиентов. И все это подтверждено европейскими сертификатами. Соответственно, наше производство сертифицировано по системе контроля качества ISO 9001, что позволяет нам выпускать продукцию постоянно высокого качества. Вот это самое важное. Репутация нашей компании, она и основывалась на том, что каждое наше изделие, оно было сделано один в один. И в частности, данная дверь, это также дверь заказчику, которая не является каким-либо выставочным образцом. Это дверь для заказчика, которая, в принципе, завтра будет отправляться к нему на объект и будет там установлена. Просто предварительно она была установлена в стенд, проверены все механизмы. Здесь еще будут мелкие проведены декоративные доработки. И завтра данная дверь отправится своему владельцу. Поэтому обращайтесь в компанию, если вы хотите получить хорошее изделие, обращайтесь в профессиональные компании, которые в этом разбираются. Поэтому, если вам нужны будут хорошие двери, хорошие сейфы, обращайтесь. Мы находимся в городе Киеве по улице Вискозная 3Б. Здесь находится как наше производство,
так и наш офис. Особенностью нашего производства является то, что в процессе производства клиент, то есть либо представитель заказчика, может получить доступ к тому экземпляру, который делается для него на любом этапе производства. То есть убедиться в том, что все делается именно так, как мы договаривались, либо, как я говорил ранее, только лучше, в лучшую сторону, может быть, только произведение улучшения. Поэтому это наша политика компании, это прозрачность, изготовление лучшего, топовых решений, лучших топовых решений для наших клиентов. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.